Вот, это вот яма, вот. Вот в этой яме еще вчера, росло дерево, вот. Которое я лично садил весной. Не буду уточнять его название, потому что не хочу. Но суть в том, что здесь росло дерево. Сегодня это дерево кто-то украл, короче, дерево. Вот, осталась одна яма, вот. Яма выкопанная. Выкопанная яма, и в этой яме видно, что дерево кто-то украл. И украл очень так нехорошо. Даже яму не закопали, чтобы было видно следы. Вот, тут растет рядом трава. Еще что-то вот растет, вот. Тоже ведь растет. Так почему дерево украли? Это было лично дерево, которое я садил. Я откуда-то приносил, я садил. И вот так выкопали. Оно было небольшое, маленькое дерево. Еще была такая палка, вот. Что было непонятно, какое это дерево, в общем. Но его выкопали. И украли. Я не знаю, на дрова его украли или на что. Но его украли. В общем, дерева тут больше нет. Если кто что знает по поводу дерева, пишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Очень важна любая информация. Потому что сегодня ворот... Какое-то простое дерево, завтра будут какие-то дорогие деревья воровать, крутые. Очень важно узнать, кто это делает, и поймать, чтобы такое больше не повторялось.